Эта семья живет на Украине, в городе Винница. В местном отделении Газбанка работает старшим кассиром Надежда Трофимовна Сокольвак. Ее муж Владимир Иванович – механик счетных машин. Точность свойственна как их профессиям, так и спортивному увлечению. Любовь к меткой стрельбе унаследовал от родителей сын Анатолий. Надежда и Владимир Сокольвак – неоднократные чемпионы Украины по стендовой стрельбе. Это увлекательный вид стрелкового спорта. Специальное приспособление выбрасывает мишень в воздух. Опытные стрелки почти без промаха поражают летящую цель. Но для этого надо обладать исключительно быстрой реакцией. В доли секунды учесть скорость и направление полета мишени. Вырабатывая эти качества, подолгу тренируются охотники за тарелочками, спортивная семья Сокольвак.